Здравствуйте, друзья! С вами Феликс на канале. И сегодня мы с вами посмотрим, как же действует та схема построения структуры, которую мы вместе с вами, можно сказать, придумали, потому что задумка была моя, но по вашим вопросам я очень много ориентировался и в дальнейшем все это буду учитывать. Это наша структура, не моя. Итак, вот смотрите, 13 часов назад, если вот по времени отсчитать, это было уже вчера поздно ночью, около 2 часов ночи я все это закончил, сегодня 12, вот 13 часов назад я снял вот этот ролик, с такой небольшой инструкцией по тому, как попасть нам в команду, чтобы загрузить его вот на этот блок своеобразный. Построитель, употреблю это слово, структуры бинарной, в котором вот здесь вот в этом ролике объяснил, как это все действует. И через 13 часов у нас вот такая вот получается структура. Скажу сразу, что вот Сергей, Олег и Дмитрий, я просто коротко так написал, чтобы поместить в эти графы, они пришли из соцсетей. Далее вот участник, наверное, это все-таки логин, голубь, послала вот через эту форму. Давайте я сейчас открою почту. Вот она, порядке очереди все это отслеживается, кто и когда. Вот вторая заявка во время ролика. Итак, вот смотрите, пришла заявка от участника по имени Голуб, и она попала не ко мне в линию или не куда-нибудь, а к Олегу, потому что на тот момент у Олега не было ни одного партнера по структуре. Она попадает коллегу, все вот эти. И теперь вот когда Олег получит рефссылку от меня, он может даже сам или через меня, вот этот участник получит рефссылку Олега, так же как и Наталья получит рефссылку Олега. Но тут получалось так, что Наталью, Надежду, которая опять-таки ушла, скажем, буду употреблять понятные слова, под Сергея и Алексея, вот этих вот трех участников, пригласил один человек, Дмитрий. И по логике получалось так, что вот Дмитрий пригласил троих человек, но из этих троих человек к нему непосредственно попадает всего лишь один. Потому что в этом весь смысл, ребята, чтобы не каждый сам под себя, сам на себя. В таком случае тут все не сработает. И вот я сидел и думал, вот после того, как сниму этот ролик, именно спрошу Дмитрия. Вот Дмитрий, вот ваши трое, из них один вам достался. Но должно это быть так. Вы уж не обижайтесь там. Вот в этом, весь смысл. И как будто мне на выручку пришла заявка от Эдуарда. Дмитрий, уверяю вас, что Эдуард человек бывалый в интернет-бизнесе. У него свой канал, он ролики снимает получше, чем я. Уверяю вас, он вам такую принесет пользу, что, не знаю, не хочу ничего плохого сказать о ваших приглашенных лично. Но то, что Эдуард, я бы захотел, чтобы он был непосредственно подо мной, но так уж получилось, значит, так и должно быть. Вот в чем вся прелесть, скажу так, этой схемы. И вот таким вот образом, ребята, вот только так, уверяю вас, возможно, что вот невозможно, а Сергей и Олег, они не пригласили никого вот на вот теперешнюю, на эту минуту. Ну,
То, что Дима дал партнера Сергею, может через пару дней Сергей такого партнера пригласит в команду. Этот партнер не будет уже непосредственно под Сергеем. Он будет, например, под Дмитрием, ну и в итоге, да, вот так под Дмитрием. И в денежном выражении, в смысле вложений в проект прокрутки, потому что сама сумма вознаграждения Бинара зависит и от этого тоже. Может, этот человек, приглашенный Сергеем, которому Дима дал надежду, но он такие обороты тут будет крутить, что Дмитрий и не ожидал получить от своих приглашенных. Но структура должна заполняться полностью. Это не имеет значения. Ну, например, Олег, он вот сегодня у него не получается, ему показать нечего. Но если он разгонится там, покажет кому-то из друзей свои заработки, его приглашенный может попасть вот в левую часть. Вот сюда может куда-нибудь попасть. Так что, ребята, давайте, как сказать, ну, по-простому, не жадничать, не грести всех под именно себя, а выстраивать эту структуру. И потом, как вам сказать, меньше чем через месяц, когда все вам станет самим понятно, да ради бога, сделайте себе такую же таблицу, любой из нас будет рад, и уже напрямую сами под себя приглашайте людей. Главное, чтобы вот эти самые верха не были пустыми, ни у кого из вас. То есть и сейчас, допустим, вы посмотрите, как это мы с вами делаем, да, вот в ролике все это увидите, как происходит. И точно так же продолжайте делать это для себя. И будет у нас все отлично. Вот это не просто вот так написаны имена. Это то, что наш итог по построению структуры, ну, за 13 часов. Если отминусовать ночь, ну, день только начался, да? И вот такая вот картина. И если еще учесть, что вот два, которых я еще не посмотрел, еще две заявки, то это здесь будет еще полнее. Ну, к концу дня не знаю, что и как получится. Приглашение те, кто уже здесь. Если вы затрудняетесь или как-то объясните, или что-то, ну, скиньте просто ссылку на блог, на сам вот этот блог. Скиньте на блог. И вот пусть посмотрят вот эти вот видео. Ну, там можно и так делать. Вот там сказали кому-то, вот в этом блоге посмотри, там несколько роликов есть, по интернету посмотри, что и как тут работает. И в конце вот здесь вот зарегистрируйся и все, вот, заполни три поля. И все. Здесь еще небольшое замечание. Наверное, я не знаю, не встречал имя Голуб. Пожалуйста, если вам не трудно, пишите здесь, ну, имя. Не логин, а имя пишите, пожалуйста. Логин нам понадобится уже, когда мы будем ссылки рассылать. Вот, пожалуй, по работе именно этого блога, созданного для набора структуры, построения структуры, наглядно показывает, как это будет. Давайте я еще на пару минут вот так вот прокручу туда-сюда, чтобы вы посмотрели. Уверен, что те, кто подал заявку, увидят свои имена здесь. И да, кстати, еще что я хотел сказать. Ну, наверное, на первоначальном этапе или в комментариях напишите, что вы по этому поводу думаете. Вообще-то, в итоге, да, вот эта тройка, она должна между собой полностью замкнуться. В кабинете у Дмитрия будут исходные данные Алексея и Эдуарда, и они должны втроем составить рабочую тройку именно для себя, для того, чтобы торговать нормально. Но если надо, если есть необходимость, не думаю, что это такая уж большая тайна, да, вот в тройках я могу взять на себя и разослать вот этим любой тройке, ну, почты этих участников, чтобы они знали, между собой связывались и
И работали для того, на то, чтобы совершать торговли, совершать продажи на этой платформе. И еще одно, ребята, мы и девчата должны все понимать, что без ввода денег, то есть 10 долларов на реферальную ссылку и 50 долларов на разрешение пользоваться инструментом. Вот эти деньги мы обязательно должны внести. Иначе, по моей непроверенной информации, но такая информация есть, что в случае 1 месяца неактивности участник просто удаляется из платформы для того, чтобы не занимать вот именно места, потому что, ну, он получается так, что будет мешать остальным. Так что, как говорится, 7 раз отмерьте и 1 раз отрежьте. Структура никуда не убежит, когда вы будете окончательно готовы именно к этому, чтобы минимум 60 долларов заплатить и какую-то сумму, там порядка 50 или 100 долларов, если это уже по желанию. Если вы хотите остаться в структуре, но пока что нет возможности торговать, покупать товары, это тоже не страшно. Но чтобы вы не вылетели со структуры. А там долларов 20-30, я так посмотрел, там даже на саму торговлю в первый месяц особо и денег таких больших вроде не нужно. Поэтому вот окончательно все это будет известно после запуска 15 января. Чего мы все, я больше всех вас с нетерпением жду. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.